Ну чё, как у вас тут? Да ничего, все тихо. Никто не выходил, никто не заходил. Заманались уже сидеть тут, ёлы-палы. Я нашел еще одного добровольца. Он из опытных сталкеров, так что его помощь нам не помешает. Ну чё, пойдем? А чё яйца перекладывать? Погнали! Тихо! На цирлах. Бля... Зачем мы вообще сюда сунулись? Вижу ее! Огонь! Огонь! Ну и что нам теперь с ним делать? Да чё-чё, забрать хабар и замести следы. Прихлопнуть его и выкинуть куда подальше. Не перегибаешь? Он очухается и поднимет тут всех на уши. Нам нужен этот кипиш. Да мы сейчас свалим, откуда пришли. Как забор перелезли, так и обратно залезем. Ты, кажется, забыл, ради чего мы это затеяли. Нам нужно больше хабара. С одного этого осла мы накопим себе только на пиво. Его грохнем, а через пару дней еще кого-то захапаем. Плохо это кончится, сука! Ой, плохо! Хватит ныть. За дело, берем бабло со шмотками и валим. Контакт с противником! Подтягивайтесь! Да, не думал здесь бандитов встретить. Что ж, придется разбираться. Вот сука! Мужики, это самое! Мужики, вы не стреляйте только! Бля, в натуре, не шмаляйте! Мы же можем договориться! В расход у меня пойдет! Ее братцы, нехорошее скоро будет что-то, ой, нехорошее. Закопаю вас, сучье! Лимончик тебе, пиндосина! Гранатой, фраер! Обходи, обходи эту шелуху!
Уходи отсюда, мужик.